nome lo so, quindi devi registrare. Собственно, вокзал, а вот между, ровно за этим газоном начинается обрыв, и вокзал там внизу, вот. Катя ускакала куда-то вперед. А что это за памятник Стелла? Честно говоря, по конструкции очень похож на мемориал Альберта, принца Альберта в Лондоне, в Гайд-парке, и в Кенсингтон-парке, можно назвать как угодно, вот. Не знаю, что это, сейчас посмотрим. Мы гуляем в сторону автобусов, которые хоп-хоп-он-хоп-оф. Надеемся еще на какой-нибудь успеть и поехать на нем до пляжа. Если нет, найдем обычный городской автобус. Хоп-он-хоп-оф, они оказываются, ну, как всегда, мы дикие москвичи, мы гуляем по ночам. А здесь все закрывается в 6. Вот последний автобус ушел в 7 часов. И здесь только этот некробус. Некробус идет, в принципе, так же, как там один из маршрутов, просто... В общем, мы думаем сейчас искать городской автобус на пляж. Собственно, опять вниз во враг, один из оврагов замечательного города Эдинбурга. И на берегах оврага всякие исторические здания. Там вдалеке какая-то крепость, еще одна крепость, еще один замок, еще какой-то, в общем, какой-то хороший, красивый дом. Все это сделано из темного кирпича. Темнеет, темнеет, мы идем на пляж, иначе пляж будет не видно. Всем пока. Так, собственно, Ливингстон. И чайка Ливингстона. Ну, в общем-то, больше ничего интересного. Это рядом с вот этим монументальным строением.